Здравствуйте, друзья. Конец июля. 28 число конкретно, 2022 год. Начала поспевать облепиха, у меня сорт огнива. Вот, Ростовская область, Каменский район. Это север Ростовской, северо-запад Ростовской области. Вот, значит, вот такая красота. На данный момент ей 4 года, этому кустику. Растение кустистое. Вот, завалено все красивой ягодой. Вот такие вот початки. Цвет прекрасный, ароматика сумасшедшая. Я рядом стою. Вот, то ли птичка, то ли, значит, насекомые по чуть-чуть добираются до ягодки. Вот аромат стоит, цвет она до сих пор набирает, начинает, до сих пор добирает. Вид прекрасный. Вот, даже у нас при жаре там 40 градусов, у нашей ветра сумасшедшие. Сегодня денек выдался, как раз без ветров записать хорошо звук. Птички поют, все слышно. Вот сухота стоит вот за забором, вот видите, вот сумасшедшая, все у нас уже выгорело, трава, значит, вот, а здесь все красиво. Вот, и вопрос такой еще часто задают, чем отличается мальчик, девочка, туда-сюда, все эти моменты. Девочка всегда с ягодой, вот рядом мальчик, мальчики всегда без ягоды, на них нет плодовых почек. Мальчики только как декоративное растение, стоят вот красиво себе, вот выглядят очень так, ну, эффектно, приятно. Зеленый лист крупный, такой вот, тонкое такое, зелено-серебристое это самое, значит. И вот очень крупная почка на нем. У почки этой весной происходит пыление, вот пыльца разлетается по плантации, происходит опыление. Мальчик нужен только для опыления. Вот дальше он стоит то такой красивый, без ягоды. Так что всегда хотите ягоду, берите несколько девочек и одного мальчика. Вот. Саженцы в наличии. Вот аккуратненько растут. Каждый ряд, каждый сорт. Вот все подписано, все у нас по порядочку. Вот сортов много. Вот, все сорта самые передовые. Вот, так что, кто интересуется полезной целебной ягодкой, добро пожаловать, обращайтесь. Ссылочки на контакты всегда в описании к ролику или в первых комментариях.